Здравствуйте, друзья! Я хочу освоить такой непривычный для меня жанр коротеньких, таких, но очень информационно насыщенных сюжетов. Как бы, ну, такой FAQ такой, знаете, там вот коротенько и прямо по делу, в точку. Это когда-то были там 600 секунд, там, да, как передача была там. 10 минут он что-то новости рассказывал. А я думаю, что даже мне 600 не надо, может быть 300. Ну вот так вот, что-нибудь такое. 300 секунд про Америку. И это требует некоторой подготовки, потому что так вот я сел, еду на работу, мы с вами вальяжно так беседуем. Поток сознания. Значит, вот от потока сознания на тему я хочу не то, чтобы совсем переключиться, но дополнить. Потому что поток сознания тоже хорошо. Я знаю, что есть люди, которые смотрят и как бы что-то такое они из этого там извлекают полезное. Плюс терапевтический голос, дети спят хорошо под это дело. Как же можно отказаться от потока сознания? Но есть люди, которые жалуются, что вот ну долго. Ну вот действительно, ну получается, что если ты на работу ехал 15 минут, то мы теперь должны 15 минут слушать вот на эту тему, а можно было бы сказать там за 3 минуты. Ну попробуем. Я не против за 3 минуты. То есть с одной стороны требуется некоторая подготовка, с другой стороны, информационная ценность выше, я это понимаю хорошо. То есть я за информационную ценность. Так что, к чему рассказ? Рассказ к тому, что я, конечно, могу посмотреть, о чем другие рассказывают, могу посмотреть, о чем я рассказываю, могу посмотреть, там, какие-то вещи я понимаю, что они вызывают интерес у нашего зрителя, то есть не первый день, но раз уже все равно делать, то я думаю, так давайте на улицу, тут красиво. Вот, я думаю, ну пусть наш зритель что-нибудь подскажет, я с удовольствием буду делать по вашим заказам, если ваше видение как бы близко тому, что, ну, о чем мне хочется поговорить. То есть я не могу говорить о чем-то вдохновенно, просто потому что кому-то было интересно, а я должен чувствовать и понимать, что вот это действительно стоит времени, сил, энергии, и в основном это относится к тому, что должно быть много желающих посмотреть, много заинтересованных зрителей, потому что есть очень частные интересы такие, знаете, ну вот там маленькая группа людей интересуется. А так вот, значит, когда много, то уже как-то встаешь там с печи и начинаешь печь калачи. В общем, вот так, такие ютубные. И как стишок получился. Значит, друзья, призыв, да, призываю к тому, чтобы предложить какие-то темы. Но имейте в виду, это маленький сюжет, маленький, коротенький. Да, это не энциклопедия. Каждый сюжет не является энциклопедией какой-то. Может быть, все вместе они как-то смогут быть. Но по отдельности это просто небольшая тема. И вот не спекулятивного характера, не политического, не такого, чтобы, я не знаю, ну, может быть, эмоционально это, в принципе, неплохо, но это должно быть просто, скорее всего, просто информативное. Вот предлагайте в комментариях, я буду очень признателен и ни одного комментария не пропущу, все прочитаю. Счастливо! И заранее спасибо!